нашим концертом прозвучала транскрипция сарабанды из сюиты до минор Баха для виолончели, скрипки и хора Апелла Кузьмы Бодрова в исполнении камерного хора Московской консерватории, художественный руководитель и дирижер, лауреат премии Министерства обороны в области культуры и искусства профессор Александр Соловьев, солистка лауреата международных конкурсов Гая Хасазян, скрипка и Василий Степанов.
отчаянные действия могут прекратить наши страдания, и, может быть, дадут нам шанс на спасение. И наша воля к сопротивлению росла и крепла. Мы не мечтали о свободе. Мы хотели только уничтожить этот лагерь и предпочитали умереть лучше от пули, чем от газа. Мы не хотели облегчать немцев наше уничтожение. Однажды где-то в январе 43-го я попал в барак, где стрельбили женщин. Перед газовой камерой, заключенной всегда прибыли, я этого не делал, но в тот раз меня отправили. И вот передо мной сидит такая девушка, и тихо меня спрашивает, как долго продлится этот путь к смерти. Она знала, я знал. Я сказал ей, что 10 минут, может быть, меньше. Я врал. На самом деле весь процесс занимал больше времени. Она рассказала мне, что недавно сдала выпускные экзамены и что ее зовут Рут Дорфман. Она была красива. И вот она поднялась с этой табуретки и пошла к дверям. Там еще раз повернулась и посмотрела на меня. Она будто прощалась не со мной, а со всем. Отец после приезда снимал обувь своему маленькому сыну. Мужчина уже знал, что происходит, а ребенок еще ничего не подозревал. Папа снял с него ботинки и еще связал их вместе шнурком. Thank you.
самые большие газовые камеры были рассчитаны на 1450 человек. Но эсэсовцы сгорели туда по 1600-1700 человек. Они шли за заключенными и били их палками. Задние толкали впереди идущих. В результате в камеру попадало столько узников, что даже после смерти они остались стоять. Падать было некуда. Часть из нас занималась разборкой прибывавших вещей, другие сортировкой, а третья группа – упаковкой для отправки в Германию. Работа шла без перерыва на круглые сутки, днем и ночью, и все же нельзя было с ней справиться. Так много было вещей. Здесь, в тюке детских пальто, я нашел однажды пальто моей младшей дочурки. Ее звали Ланя. Thank you.
Не смерть является самой тяжкой участью людей на войне, а обесчеловечение их, изведение их до состояния животного, прежде чем они умрут. Я был свидетелем этого страшного процесса постепенного обесчеловечивания людей. Попав под Новгород в плен к немцам вместе с тысячами других, я перебрасывался из лагеря в лагерь, был в Орхове, Риге, Тильзите, Фрингвостове, Беркенбельзе и видел, как люди по мере передвижения на запад под влиянием тяжелых условий жизни теряли человеческий облик. Люди, которые во время многодневного этапа без пищи и воды под конвоем немецких солдат от Новгорода до Орхова делили свою шинель ночью с теми, кто ее не имел, плакали, как дети при смерти товарища, делились с другими по чайной ложке, имеющуюся в них воду, и помогали друг другу во всем, в чем могли. Эти самые люди в Берген-Бензене ели друг друга. Thank you.
привезла корзину с яблоками и мешок с детской одеждой. Мне достался свитер, я натянула его и увидела вдруг на животе запекшийся вокруг кровью. Сразу поняла, что в этом свитере до меня ходил другой ребенок. Его убили, а одежду забрали. Гостья, заметив дырку на свитере, приказала мне закрыть ее ладонью. Она достала фотоаппарат и стала снимать, как солдаты раздают нам яблоки. Чем же виноваты дети? Они, очевидно, виноваты лишь в том, что они были детьми. Их привели тоже при выполнении штрафной работы. Они также носили нечистоты. Но насилок не на всех хватило, им роздали ведра. И вот одному эсэсовцу показалось, что какой-то мальчишка набрал неполное ведро нечистот. Он подозвал его к себе, вырвал ведро, одел с нечистотами на голову и заставил бежать. И тут же спустил с поводков немецких овчарок. Они повалили малыша, и тело его было разорвано в клочья.
5 разделений до Голландии, надо поколением, стали накалывать номера на руку. Сначала карандашом писали, а потом такими вздутыми иголками, обмотанными нитками кололи. Я ничего не чувствовал уже, только смотрел на цифры. 7, 9, 6, 6, 3. Не страшно. Пустяки. Пустяки. По сравнению с общей картиной.